Для семьи Адельбековых новогодняя сказка уже началась. Сегодня исполнилось их заветное желание. Поверить в чудо людям помогло руководство торговой сети «Изуми». Омир Али Ералиев вручил семье чек на сумму 100 тысяч тенге. Под Новый год сбываются мечты, сбываются чудеса. И чтобы в каждом доме таких чудес было много. С Новым годом вас! Я благодарю торговый дом «Изуми» за оказанную помощь нашей семье. От себя и от своей семьи желаю им только хорошего. Пусть процветает эта компания, пусть достигает новых высот. А Дедушке Морозу вам праздник, подарок. Спасибо вот вам большое. Сертификат, вот вам деньги. Ага. Все, смотрите за детьми, чтобы они были здоровы, учились, спасибо, радовались. Спасибо, чтобы вам у них большое. В следующем году еще спасибо. Лучше было. С этими теплыми пожеланиями Омир Али Ералиев вручил еще один чек на сумму 300 тысяч тенге. Эти средства от доброго волшебника получили дети с нарушением органов слуха и речи. Для торговой сети «Изуми» стало уже доброй традицией радовать новогодними подарками людей с ограниченными возможностями. Мы рады, что нам хоть 300 тысяч дали тенге и подарочки детям дали благотворительно. Большое спасибо, что все-таки нас люди помнят, не забывают и оказывают вот такую помощь. К концу праздника детей ждал еще один сюрприз от спонсоров. Каждый малыш получил сладкий подарок. Маленькая